Всем привет! Вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как изменить язык на телефоне Google Pixel 7 Pro. Итак, для этого мы переходим в настройки, опускаемся в самый низ и нажимаем «Система». Здесь выбираем языки и вход, полагаю. Нажимаем на языки, и здесь у нас сейчас есть испанский и английский, и можем переместить, допустим, испанский на первое место вот таким вот образом, и тогда он станет у нас главным. Но также мы можем добавить свой. Да, здесь есть поисковик, здесь давайте просто на латинице нажмем букву R, A, U, и, полагаю, мы найдем таким образом русский язык, да. Выбираем русский язык, выбираем именно русский. И перемещаем его на первое место, просто чтобы у нас он поменялся на русский язык. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!